кликбейт у Ешки, полные команды, когда из этого говна состоят, это проблемы на самом деле обычно. Азе большой. Из плюсов Леклерка. Азе огромный просто. Самый большой. На 2 снаряда больше, чем у Тип 90. А Тип 90 еще не топ. Там лом, типа, не топовый. Леопарда шотнул, видели? Повезло, что это 6-й леопард. Обычно кто-то резается, а потом и объезжает меня с той стороны. Но в этот раз, видимо, не тот случай. Но бдить надо. Вот, поехал объезжать леопард. Позиция. Карта хорошая, ребята. Абсолютно хорошая карта. У меня почти всегда на этой карте много фрагов. Редко, когда я кого-то здесь встречаю и отлетаю. Чуть не убил, блин. Нормально, мой черт с точка расправился. Что это было? Это сверху что-то прилетело? Это спайк или что это? Вертолета нет, это как будто бы спайк залетел навесиком. Надо возвращаться, сейчас меня отсюда приедут ебать. В этой ситуации, конечно, дымы в круг, наверное, выгодны, когда ты чинишься. Да, у меня спайк залетел просто по разведке. Не, разведка спала, потому что он палил не меня. Либо он совсем дурачок. Блядская хуета. Ну вот там поехал объезжать и еще подловил. Стоп спаун кемпинг. Надо обязательно вот это написать, выебнуться в чате в конце. Стоп спаун кемпинг. Иди нахуй. Типа вот он меня разъебал, типа стоп спаун кемпинг. Какой же он крутой. Спайк, кстати, сработал. Спайк в штаны насрал очень жестко. Потому что он там по ком прицелу или еще как-то так этот спайк пустил. Я уже был за рельефом, но... Я соснул. С наши держат, Б наши берут. Это ловом? Под доном или пулеметом я так сделал? Ну невозможно играть на самом деле вот топ-тир, потому что вертолеты душат просто жестко.
Это дрон вообще. Это вообще дрончик. Эклер играбельный. Играбельный, но в целом я бы лучше на Абрамсе катался. КД 5 секунд, увейт. Ну, типа, у тебя нет преимуществ над Абрамсом, по сути. Реальных преимуществ над Абрамсом у него, ну, можно сказать, нет. Из-за того, что экипажа мало, он ваншотится чаще, чем Абрамс. И башня более дрявая, чем у Абрамса. У Абрамс лоб башни-то не особо пробивается. В лоб башни Абрамса обычно просто казну откидывают. Здесь через казну меня несколько раз уже убили. Нормально, за Т-шку нормально насыпать должны. Я в город еду на Альфу воевать, потому что невозможно, душат самолетики. Вертолетики душат. Самолеты-то не душат как раз-таки почти что. За редким исключением. Вот вертолеты это пиздец. Это что опять упало сюда сейчас, не на лицо? Пошел нахуй. Спаун-кемпинг это не спаун-кемпинг, ребята, это отрезание и подкрепление. И все реалистично, все правильно. Я не знаю, что за люди ноют. Это соевые на самом деле, просто реально соя. Я больше всех убил противников, и я оказал этим самым влияние на победу. Какие ко мне могут быть претензии? Не использовал читы, не использовал. Все было честно. Поэтому пусть нахуй идут эти соевые долбоебы, которые ноют на спаун-кемпинг. Не нравится спаун-кемпинг, жалуйся улитки. Я использую рабочую страту, которая позволяет мне убивать кучу противников. Я number one в этой команде. В обеих командах я number one. Нет эффективнее мне игрока. Все, иди нахуй. Хуль ты ноешь, долбоеб. Моя позиция такова. Там Мишка. У нее нет этих теплака. Вряд ли 35-ка. Скорее всего, прем 24-й. Мы Б въебали. Мы въебали Б, поздравляю. На Б ехать придется. Это К-50. Иди нахуй, К-50, пожалуйста. По мою душу летит. Нахуя задымился, не меня долбил. Он долбил не меня. Убейся об меня, пожалуйста. Он же не боеспособен. Блять. На ремонт не встал. Если бы ремонта не надо было ждать, я бы на Б поехал. А так, шанс только вот на ядерку есть. Не то, что лавка доедет. Живучий К-50. Ну, просто люди не ваншотят его и думают, что типа, бля, ебать имба. Сейчас-то модули у него в хвосте вроде отваливаются. Поначалу вообще корпус там дамажил, все, он отлетал. Сейчас вроде надо модули отлететь. Если без хвоста, то он вроде стоять вообще уже не может. Ну, благо, леопард протупил немножко. Хотя я тоже протупил.
Давай ты меня просто прикроешь по-братски чисто, а? Нахуй надо, правильно. Победы эти хуеды, да нахуй нужны. Лохи придумали. Лишь бы дерево никакое не подпрыгнуло. Хотя я без дерева вроде не успеваю. Я не успеваю, ребят. Это пиздец. Сорок восемь минут топлива насрали в штаны опять. Пиздец, блять. Сука, осуждаю. На БВД надо же, блять, нахуй 50 минут топлива залить. Ой, блять, на донышке. Это гол, ребят, это гол. Там такое донышко было. Да помень, не пускай себе пустит эти 50 литров топлива реально. Но не знаю, это пиздец. 19 очков осталось. У нас 19 очков у нас осталось. Все, вот 19 очков. Это один тик, нахуй. Это полтика, это 1/10 тика. Там за один тик по сотне отлетало. За один тик отлетает по сотне. Это даже вот очков не на одну секунду. Это очков вот на нихуя примерно. Странно, что без подвесных топливных баков, да, которые скинуть нельзя. Исключено воздушным тормозом еще, чтобы летел. От ЛТЦ нет, экипажа нет. Ну, перегрузку сделать не можешь у ворот. Воздушный тормоз осталось прихуярить. Ты клятый спаункемпер, да.